Всем привет, меня зовут Евгения, всех приветствую на канале Хэти Женя. Дорогие девчонки, мальчишки, все, кто давно меня знает и со мной давно на моем канале. Кстати, посмотрите, какая красота, красота сзади меня. Я сейчас нахожусь на острове Маврики. Да, это остров Маврики. И это вообще за экватором. Да, какая красота. Между прочим, сейчас на Маврике считается зима. Ну, здесь не так... Здесь не так жарко. Сейчас температура где-то 26 градусов. И сейчас я стою в воде. И, ну, скажем, температура воды, наверное, ну, 24-25. Ну, вот мои ноги уже привыкли. Это, конечно, не Дубай, где 37, и там температура воды 30. Но довольно-таки комфортно. И у меня такая возникла идея. Я сейчас пойду по берегу, сейчас я переключу камеру и буду искать свой камешек удачи. Да, я всегда, если где, куда приезжаю, вот что-то хочется такое найти, ну, именно не сувенирное, а вот хочу сама найти камешек, который меня притянет. Безусловно, мы это все держим в своей голове, удача должна быть... Как мы должны настроены всегда жить позитивно, любить эту жизнь, быть позитивными, даже если к нам, а у меня есть тоже и много негативных комментариев, и как и людей, которые, может быть, не всем я, конечно, могу нравиться, и это считается нормально, потому что мы все не идеальны. Кому-то я нравлюсь как блогер, кому-то нет, но это не важно. Вот. И к чему я говорю, что ну, мы должны быть с благодарностью, быть должны благодарны, ну, во всяком случае, я так живу. Каждое утро у меня практика благодарности, сейчас немножечко покручу, чтобы вы посмотрели вот эту красоту. Вот, сзади меня Индийский океан, да, это самый-самый настоящий Индийский океан, и сегодня он не штормит, сегодня здесь прямо такая, как раз на мой день рождения, мне сегодня 57 лет исполнилось, и сегодня такой штиль, очень хорошая погода. Вот, и сейчас я пойду, вот хочется мне походить по берегу, и мы вместе с вами будем искать этот мой камешек удачи. И не только мой, пусть он сейчас я найду, и я вам прямо через экран, все, не буду, это будет секрет, сначала мы его найдем. И сейчас мы с вами вместе будем искать камешек удачи. Здесь нет ни ракушек, да, это Индийский океан, посмотрите, какая вода, я хочу, чтобы... Прочувствовали через камеру, какая она чистая, просто кристальная. Так, и где же мой камешек удачи? Так, хочу по берегу походить. Ой, мне кажется, я его вижу. Так, сейчас пойду помою в песке. Ну вот вроде бы как, может даже где-то он мне симпатичный, шершавый, но вот мне кажется, он меня позвал. И вот он в руке, знаете, как вот как в руке уютно держится. Я сейчас еще минутку посмотрю, полсекундочки, если я ничего не увижу, а я больше не вижу. Все, вот это будет мой камешек удачи. Я его заряжаю. Вот, сейчас стало, вот солнышко, вот смотрите, вот солнышко, я его заряжаю на позитив, на удачу, на положительную энергию, и когда будет плохо-плохо, когда будет плохое настроение, или мне просто захочется зарядиться чем-то позитивным, я всегда, смотрите, девочки, вот солнце, и прямо солнечные лучи падают, вот я его заряжаю. Все, я его зарядила, и это будет мой камешек удачи. И где бы я ни находилась, я всегда буду вспоминать, что он заряжен солнечными лучами, солнечными лучиками, позитивом. Ну, естественно, конечно, это все у нас в голове, но тем не менее, да, я хочу, я такая, пусть вы скажете, что я сказочница, но тем не менее, иногда нужно быть немножко и сказочницей, чтобы себе жизнь сделать более легкой и более позитивной. Да, вот такой, девочки, у меня камешек удачи, посмотрите. Для меня он очень красивый. И я его себе оставлю. Да. Вот такой у меня